Тасик совсем по-другому пьет. Сироп шиповника положен всем мартышкам. Ударной дозой витаминов в Роевом ручье борются с гриппом и простудой. У людей и обезьян и болезни схожие методы профилактики. Поэтому без лука, чеснока не обойтись. В любом случае всем нравится этот острый чеснок, вот вкус его. То есть они с удовольствием. Некоторые обезьянки еще даже пытаются натираться им. Чесноком? Чесноком. Ароматным овощем обезьяны отмечают территорию. Но зиму видят только в окно. А вот копытные животные круглый год живут под открытым небом. Улана всегда пьет первой. У зубров строгая иерархия. В мороз у них двойная пайка сена. Чтобы не замерзнуть, нужно много энергии. Плюс работники зоопарка устраивают для быков чаепитие. Зубры – это у нас европейские быки, привыкшие к более теплым условиям. Но сибирские морозы их все равно не пугают. 30-40 градусов они переносят замечательно. Но периодически, раз в день, мы их подпаиваем теплой водой. На теплую воду перешли все уличные обитатели парка флоры и фауны. А вот пару белых медведей греет еще и любовь. У полярных косолапых начался брачный период. Работники зоопарка говорят, что звери порой даже сидят в обнимку. Клавдия Стремахович, Михаил Масленников, Афонтово, новости.